Деяния, 15 глава, и мы прочитаем 25 стих. «То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам, возлюбленными нашими Варнавою и Павлом. И мы единодушно рассудили». Вы знаете, что такое рассудили? Рассудили – это оценили, решили, согласились. Единодушно не собрались и решили, и согласились, чтобы отправить Варнаву и Павла. Помимо того, что Бог призывает нас быть единодушными, еще Он нас призывает единодушно прийти в полное согласие, чтобы сделать какое-то действие. Вы знаете, сколько времени мы проводим в том, чтобы единодушно рассуждать, да, или соглашаться, чтобы сделать какое-то действие во благо Царства Божьего? Сколько времени мы тратим, чтобы собраться и порассуждать? А что мы можем сделать полезного для Царства Небесного на этой земле? И можем ли мы вообще? Я верю, что можем. Но имеем ли мы время, чтобы рассуждать в единодушии об этом? Они рассудили, они согласились, и они что-то сделали. Вы знаете, иногда, конечно, как бы, может быть, смешно это не выглядело, но мы иногда собираемся, чтобы единодушно порассуждать, но иногда приставку меняем. Вместо рассуждать, осуждаем. Единодушно тоже. И так вот у нас порой есть единство такое, чтобы кого-то поосуждать. Иногда даже это не специально. Собрались с благими намерениями, а раз как-то не поняли, и уже вместо рассудить, осудили. Бывает такое? И Бог хочет нас освободить от этого, и Бог хочет вести нас в это состояние рассуждения, согласия, решений каких-то, чтобы мы как Церковь Божия рассуждали. Я верю, что если мы как Церковь единодушно согласимся не осуждать, согласимся не жить прошлым, согласимся не жить в непрощении, не жить какими-то прошлыми неудачами, но согласимся двигаться вперед, позволим Господу нас вести, позволим не осуждать, а поддерживать друг друга, помогать друг другу, у нас все с вами получится. Если мы с вами согласимся в этом, в наших руках сегодня огромная сила, потому что Бог дал нам, Бог дал Церкви ключи, и мы можем с вами что-то закрывать, а что-то можем открывать. Есть у нас возможность что-то закрыть, и мы можем закрыть двери в прошлое и сказать нет прошлому, нет прошлым обидам, нет прошлым каким-то разочарованиям, непониманиям, болезням, сложным ситуациям. Я закрываю эту дверь и открываю новую дверь для Царства Божьего. И я верю, что культура Царства Божьего – это та культура, которая принадлежит нам, как Церкви Божьей. Аминь. И это не культура осуждения, это культура поддержки, культура взаимопомощи, культура любви, почтения друг к другу. Вот к чему. Возможно, сегодня мы еще не видим это вот на полном вот этом ходу таком. Но я верю, это то, к чему нам нужно стремиться. То, в чем нам нужно согласиться и сказать, да, для нас это важно. Для нас, для Церкви, это важно, культура Царства Божьего. И я перестаю иметь какое-то агрессивное состояние по отношению к братьям и сестрам. Я перестаю иметь в себе какую-то, знаете, гордость, напыщенность. Я просто позволяю культуре Царства Божьего проникнуть в мое сердце. А это культура любви. Аминь. В другом месте написано, что тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей. Рассудили, опять же, согласились, избрав из среды себя. Вот нету другого. В моем сердце одно. Я верю, что если мы с вами согласимся, то мы перестанем искать где-то там. Мы из среды себя увидим больших апостолов, служителей, пасторов, пророков, прославителей, учителей. Мы из среды себя выделим этих людей, если мы перестанем думать о себе как-то неправильно. Нам просто нужно согласиться. Нужно согласиться и действовать. Действовать. Аллилуйя. Мы соглашаемся, Церковь? Аминь. Аминь? Аминь. Мы соглашаемся? Аминь. Аминь. И вы знаете, Писание также говорит, в другом месте написано, истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся, Писание-то говорит, единодушно согласились, единодушно рассудили, согласились, пришли к чему-то общему. И если Писание, Иисус говорит об этом, если двое из вас, вы знаете, вот это вот «если» иногда мешает. Вот было бы без «если».
Чтобы мы здесь сидели, приняли это решение. Мы соглашаемся, без если. Уберем если? Или оставим? Давайте уберем. Я думаю, Бог не будет против. Если согласимся, то будет им. Написано, то будет. О всяком деле согласятся, и чего бы они ни попросили, будет. Вы знаете, вот это слово «будет» очень интересно звучит вот там в оригиналах. Оно звучит примерно так. Это будет становиться, это будет рождаться, это будет происходить. Если двое согласятся, это даже если этого нет, это родится. Аллилуйя! Просто согласиться в единодушии всею церковью. И это будет, это произойдет, это родится в духе и спустится в этот видимый мир. Если мы согласимся любить друг друга, это спустится. И если даже сегодня мы этого не чувствуем, это родится в наших сердцах. И это проявится в нашем служении, это проявится в нашей общине, это проявится в нашем доме, в нашей семье. Если мы согласимся, это произойдет. Если мы согласимся, а всех тех, кто однажды были обижены и ушли, может быть, отпали от спасения. Если мы с вами согласимся, мы увидим всех возвратившихся в Дом Божий. Согласимся? Давайте уделим этому одну минуту и помолимся. А те, кто отошли, а тех, кого дьявол обманул, те, кто впали в какое-то обольщение, возможно, в грехах сегодня. Если вы таких знаете, просто сейчас в памяти, пусть они ваши, эти имена будут в вашей памяти. Может быть, это ваши близкие, родные. Ну, давайте мы сейчас согласимся в этой молитве во имя Иисуса Христа. Не против? Отец, мы перед Твоим лицом соглашаемся сейчас о всех людях, об этих сотнях и тысячах людей, которые однажды были в этой церкви, которые приняли спасение, которые приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя своей жизни. И мы молимся о том, чтобы, Господь, все они были возвращены в Дом Твой, чтобы они все были возвращены от грехов к жизни, от смерти в жизнь, от тьмы ко свету. Мы перед Твоим лицом соглашаемся, Господь, сегодня о всех тех людях, которые сегодня, возможно, обижены, разочарованы, чтобы они были возвращены в Дом Твой. Во спасение Твое, в Царствие Твое света, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за силу согласия, за силу единодушия, которую Ты дал нам как церкви. И мы можем молиться и видим, Господь, мы увидим Твои чудеса. Мы увидим, Господь, сотни людей, тысячи людей, которые будут возвращаться и будут спасены, и будут утверждены в благодати Твоей во имя Господа нашего Иисуса Христа, и весь народ да скажет «Аминь». Поэтому все, что нам нужно сделать, согласиться и быть не деятелями, а делателями. Быть теми людьми, кто молится, а не ленится. Быть теми людьми, кто не осуждает, а рассуждает. Аминь. И давайте мы пойдем дальше. Следующее место, которое я хотел бы прочитать, оно написано Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую». Подвизаясь единодушно за веру евангельскую. Аллилуйя! Вы знаете, меня это вдохновляет. Вы знаете, что такое единодушно подвизаться? Вот это слово «подвязаться» – бороться, сражаться за веру евангельскую. Это не просто подвязаться, знаешь, как это, порой, я раньше думал, подвязаться – это примерно как это, помидоры, когда вырастают, и вот они падать начинают, и мы их подвязываем, чтобы они не падали. Вот это не то состояние. Подвязаться – это значит бороться, это значит сражаться за то, что Бог нам сказал. И, возможно, мы еще сегодня этого не видим, но Бог, если сказал это в нашу жизнь, нам нужно за это сражаться. В Евреям, 11 глава, 1 стих, сказаны такие слова. Помните это? Там написано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот о чем нам нужно сражаться. О том, что мы еще не видим, но ожидаем. Что еще не проявилось в нашей жизни, но мы в это верим. Мы верим в то, что уже мы исцелены ранами Иисуса Христа, но порой мы этого не видим сразу. И нам нужно подвизаться, то есть сражаться за веру евангельскую. Что значит за веру евангельскую? За ту веру, которая несет
радостную весть. Евангельская вера – это та вера, вернее, евангельская – это радостная. Помним же об этом? Благая весть, радостная весть. И вы знаете, Иисус принес радостную весть, что мы имеем спасение. Иисус принес радостную весть, что мы освобождены. И еще сегодня мы, возможно, все это не имеем, но мы боремся, чтобы это увидеть. Я хочу вам привести пример, чтобы было понятно. Есть люди, которые ехали и стояли, вернее, попали в пробку, в большую пробку. Особенно, когда кондиционер в машине не работает, или ты едешь в автобусе, и там жара, и ты сидишь такой, и вот пробка, и все такие раздраженные, сигналят. Да? И ты вот смотришь, ты стоишь в пробке. Потом включаешь навигатор. И знаете, в навигаторе оно показывает, что пробка, например, вот такая. Красная линия. На телефоне там или на навигаторе показывает. Вот здесь. То есть ты стоишь вот здесь, твое местонахождение, и тебе еще нужно проехать вот до того перекрестка, и там пробка заканчивается. Но ты стоишь здесь, в пробке. Но ты видишь, когда ты смотришь туда, становится легче. А, вот здесь нужно еще проехать. Но когда ты стоишь в пробке, и если у тебя нет навигатора, ты сидишь в неведении. А сколько же мне стоять? А сколько же мне ждать, пока эта пробка закончится? Было у вас такое состояние? А когда посмотрели в навигатор, ты понимаешь, о, оказывается, ладно, потерплю, вот это еще постою, доеду, и там будет легче. Было такое? Вот что значит сражаться за веру? Это когда мы стоим здесь в пробке, и у нас есть какие-то сложные обстоятельства. Еще и мы имеем немощь в теле, еще, возможно, есть какие-то проблемы в семье, возможно, испытываешь какие-то финансовые трудности, и ты стоишь в пробке, и ты потом смотришь в навигатор, и ты понимаешь, ух ты, скоро это закончится, аллилуйя. Пробка скоро заканчивается, я вижу, как она заканчивается. Я вижу, что если я буду делать некоторые действия, это и закончится быстрее. А еще пробки можно объехать. Аллилуйя. Аминь. Вот что значит бороться за веру евангельскую, когда мы смотрим в навигатор, в Священное Писание, и говорим, ух, классно. Так, я начинаю бороться, так, что мне нужно сделать? Мне нужно приложить усилия. Я вижу идеальный план Божий для себя, для своей жизни. Спасение, оправдание, святость, мир в семье, мир в доме, мир в стране, мир везде, благословение Божье распространяется, исцеление, свобода от проклятия, от разочарования, от обид, от всего. Я вижу идеальную картину. И даже если сегодня в пробке, срочно навигатор, как мне его можно быстрее объехать? А если даже невозможно объехать, сколько мне нужно подождать? Господи, дай мне терпение, дай мне силу, чтобы мне вот в этой пробке не впасть в отчаяние, потому что кто-то не доезжает совсем чуть-чуть и разочаровывается. Кто-то на середине пробки просто выходит с машины, хлопает дверью и говорит, я больше так не могу. Я уже целых 5 лет молился о спасении своей семьи. Хлопает дверью и уходит. А осталось совсем немножко. Пару перекрестков. Постоять. И кто-то не сражался за веру евангельскую. Дорогие, нам просто необходимо бороться и сражаться за эту веру. Вы знаете, подвязаться единодушно за веру, то есть помогать. Единодушно, то есть помогать друг другу в этой борьбе. Написано, что даже самые сильные ослабевают, юноши ослабевают. Люди, которые полны энергии, они ослабевают. И нам важно единодушие в этом. Потому что если мы будем думать, я сам справлюсь, это одна из тех, как сказать, лжи, заблуждений. От дьявола. Ободряю сегодня вас, дорогая церковь, свидетельствовать о том, в чем вы имеете победу. Свидетельствовать о том, через что вас Бог провел, и вы имеете полное освобождение, исцеление. Возможно, кто-то проходил по каким-то финансовым сложностям, по дну финансового кризиса, и сегодня он увидел славу Божью. И надо об этом свидетельствовать. Потому что я знаю, что есть люди, которые в данный момент что-то проходят, а есть люди, кто уже это прошли. И они могут рассказать, как это пройти легче. Где не делать ошибки. И когда мы свидетельствуем друг другу, это так важно, это так необходимо. Это нас ободряет, это помогает нам дальше сражаться, дальше бороться за веру.
Вы знаете, я когда свидетельствую что-то в своей жизни, это не для того, чтобы показать, как потрясти своими медалями и сказать, вот как у меня все круто получилось. Это для того, что кто-то, возможно, проходит сегодня эти обстоятельства. И это, возможно, кому-то поможет. И кому-то это станет легче, он будет смотреть и говорить, вау, как классно. Когда я говорил, я не раз свидетельствовал о том, что я проходил разочарование в своей жизни. И это был не месяц, не два. Это проходило около года. Я разочаровался, я обиделся. И было тяжелое время в моей жизни, когда я проходил. И ладно бы обиделся. На служителя обиделся, только никому не говорите. На пастора. Так обиделся. Простить не мог. Ходил в этой тьме. Вы только не обижайтесь. Мне можно было тогда. Я обиженный был. И я был в этой тьме. И я знаю, что там нехорошо. И слава Богу за Бога и за друзей, которые рядом со мной были, которые мне не давали впасть в это отчаяние, упасть в это дно, в этот колодец обиды и там захлебнуться. Которые были рядом, говорили, слушай, все нормально будет, все хорошо. Не важно, что сделали они, важно, в каком состоянии твое сердце. И они мне не позволяли, не лелеяли, такие, знаешь, по голове не гладили, не говорили, какие они плохие, а ты вот такой хороший. Они мне говорили, слушай, тебе нужно простить. Проси у Бога милости, чтобы Бог дал тебе силы отпустить их из своего сердца. И я год ходил. Год. Никому не говорите, что я год в обиде ходил. Господи, помилуй. Но когда я отпустил, когда я сказал прощаю, и не просто сказал, а реально это пришло в мое сердце. Знаете, я до сих пор летаю. Я до сих пор понимаю, как это легко жить без обиды. И это дало мне, знаете, освобождение. И это повезло мне дальше. И это дало мне такой толчок, что сегодня я могу другим об этом рассказать. Как хорошо, когда ты ни на кого не обижаешься. Как это легко освобождать других и не обижаться. И вы знаете, когда я об этом говорю, это не для того, чтобы сказать, ну вот как-то. Я верю, что есть люди, которые также еще кого-то не могут простить. И вам надо отпустить этих людей. Ваша жизнь, она приобретет новые краски. Она приобретет новый смысл. Есть другая жизнь. Жизнь без обиды. Жизнь вне разочарования. Аллилуйя. Я помню, когда мы проходили сложные времена в нашем доме, в нашей семье. Когда маме поставили диагноз рак. Рак печени. И метастазы пошли. Я уже об этом свидетельствовал. Это было нелегкое время для нас. Но я свидетельствую, потому что кто-то проходил эти сложные времена, или кто-то проходит. Я хочу сказать, есть надежда от Господа. Есть вера в нашем сердце. Нам нужно бороться за веру евангельскую. Возможно, ты сегодня стоишь вот в этой пробке, и здесь проблемы, здесь жарко, здесь плохо, здесь неуютно. Но навигатор говорит, все это должно закончиться в твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Нам нужно за это бороться, нам нужно за это сражаться, нам не нужно соглашаться с тем, что мы проходим, нам не нужно соглашаться в то, что нас угнетает, нам нужно позволить Богу делать, что Он хочет. Аминь. Другой момент. Свидетельство – это важно. И, возможно, вы что-то прошли. И если вы будете свидетельствовать об этом, это поможет кому-то. Мне было тяжело. Но слава Богу за тех людей, которые были рядом и единодушно помогали мне сражаться за мою веру, в мою радостную весть. Аминь. Я помню время, когда моему сыну поставили диагноз, и он был еще маленький. Ему столько диагнозов поставили, с таким диагнозом люди вообще не живут. Он был совсем малышом. Я помню, я лежал с ним в больнице, супруга была с маленькой дочкой дома. Я лежу в больнице, я смотрю на него, и вы знаете, в моем сердце нету веры. Вы знаете, вот когда-нибудь вы чувствовали это состояние? Веры нету. И вот я смотрю на сына, я молюсь за него, и понимаю, все напрасно. Я как кимвал сейчас, звенящий, вообще нету веры, у меня просто, я вот говорю слова, они вот так пук, упали. Я понимаю, они не пойдут вот дальше вот этого вот состояния. Я сказал, Господи, что мне делать? Он сказал, тебе нужна вера. Тебе нужна вера.
Я говорю, где взять веру-то? Где этот склад? Я тогда четко ясно услышал. Вера от слышания Слова Божьего. И я открыл Евангелие от Марка, потому что я знал, что это единственное Евангелие, которое просто полно чудес. Там говорится о практической славе Божьей, где Бог просто исцелял, где Иисус ходил, творил чудеса, исцелял, воскрешал. Он делал это каждый день. Он делал это много раз в день. Я стал читать Евангелие от Марка. Я прочитал ее полностью 16 глав за раз. Просто проглотил, как пилюлю. Фу, чувствую, мои плечи начали распрямляться. Я снова начал читать и снова прочитал. И еще одну пилюлю, и еще одну пилюлю. И снова 16 глав. И снова, вы знаете, когда я читал уже 8 раз за второй день, моя вера начала возрастать. Я уже смотрю на сына и говорю, все это скоро закончится. Он будет исцелен. А он не ест, он, знаете, еще не разговаривал, голоса нету. Он так исхудал, что он даже говорить не мог. Маленький. Весь покрылся болячками. Ему там проблемы с сердцем стоят. И у него все горло гнойное. И у него там что-то с глазами. И совсем. Я смотрю, думаю, Боже мой. Но вера начала возрастать. Я не помню, сколько раз прочитал, с десяток точно, за несколько дней. Но я читал, моя вера возрасталась, я возлагал руки, я говорю, ты будешь здоров, и я провозглашаю это здоровье в твою жизнь. И вы знаете, через 3 дня все эти диагнозы, вот все до единого, были сняты. Аллилуйя! Я вам хочу сказать, что иногда нам звучит, и нам кажется, о, да, вот у них-то что-то получается. У вас это все получается. Вам просто не нужно сдаваться, но нужно бороться за вашу евангельскую веру. И если вам трудно, придите, мы вас поддержим. Мы будем молиться вместе с вами. Если вам тяжело, говорите об этом. Поэтому мы молимся за нужды, чтобы поддержать друг друга. Нам нужна взаимная поддержка. И если сегодня у меня нету веры, мне нужно единодушие церкви, чтобы меня кто-то поддержал. Если завтра у тебя не будет, то я смогу тебе помочь. Вместе мы имеем большую силу. Аминь. И также в Писании написано в Римлянам 14 главе, что немощного веры принимай без споров, сомнений. Не надо спорить, не надо что-то доказывать. Есть люди немощные. И все, что нам нужно, помочь им также бороться за их веру. Потому что некоторые настолько немощны, что они там о еде рассуждают, апостол Павел говорит. Кому можно кушать, кому нельзя. Кто-то приходит и много служит. И приходит кто-то, кто мало служит, он говорит, о, слушай, ты мало служишь. У кого-то много чудес в жизни, у кого-то меньше. И Писание говорит, не осуждай, не размышляй, не спорь с ним об этом. Просто примите те, у кого мало веры. И помогите им бороться за веру. Помогите им в единодушии держаться за веру, бороться за веру, побеждать в вере. В другом месте написано, что сам Иисус переживал. Помните это местописание? Где он говорит, Бог даст, но Сын Человеческий, когда придет на землю, найдет ли он веру на земле? Найдет ли он веру? И Священное Писание показывают некие волнения и переживания самого Господа Иисуса Христа. Что Он переживал, чтобы мы с вами не потеряли веру. Чтобы мы сражались, чтобы мы держались за эту веру евангельскую в единодушии. Римлянам 15 глава. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Дабы мы единодушно. Вы знаете, Библия, она приоткрывает нам немножко будущее наше. Она приоткрывает нам дверь в царство туда, в вечность. И Писание говорит, что там мы будем в вечности славить Бога. Вы знаете, если мы там в вечности будем славить Бога, может быть, начнем тренироваться здесь на земле? Может быть, для нас это станет смыслом жизни здесь на земле, чтобы все, что мы делали, оно прославляло Бога, чтобы наши песни, чтобы наши уста, они просто звучали, воздавая славу, хвалу нашему Небесному Отцу и Господу Иисусу Христу. Аллилуйя! Это наш смысл, это то, к чему нам нужно стремиться. Деяния 16 глава. И написано с 23 стиха, «И дав им много ударов, вергли их в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. И получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. И около полуночи Павел и Сила
молясь, воспевали Богу. Узники же слушали их. Дорогие, когда мы прославляем Бога, поверьте, люди слушают нас. Когда мы живем так, как будто мы, вот вся наша жизнь — это одна нота, это песня. Когда мы прославляем Бога, люди, которые сегодня еще закованы рядом с нами, они начинают слушать нас. И когда они слушали их, написано, вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, у всех узы ослабели и так далее. И писание говорит, единодушно славили Бога в Римлянам. И в Деяниях мы видим, как Павел и Сила были закованы. Они говорят, слушай, в нашей жизни сейчас не очень хорошо, мы ограничены в свободе, но мы не ограничены в сердцах, мы не ограничены в наших устах. Да, мы имеем какое-то ограничение вот, в физическом, в теле, но в духе же мы можем славить Бога. А давай будем прославлять. И они согласились прославлять Бога. И когда они согласились прославлять Бога, Писание говорит, когда они воспевали, их узы рухнули, стены поколебались, и все, что их сдерживало, оно просто потеряло силу в их жизни. Вы знаете, так просто. Знаете, во что я верю? Я верю на самом деле, что если невидимый Бог мог поколебать видимые обстоятельства, видимые стены, каменные стены, железо мог поколебать, то этот же невидимый Бог легко может поколебать весь невидимый мир, чтобы освободить нас от невидимых оков, грехов, болезней, каких-то проблем жизненных. Когда мы начнем славить Его, когда мы перестанем жить вот в этом ограниченном пространстве и плакать, и говорить, Бог, ну вот, да, я скован, сейчас не время Тебя прославлять. Вы знаете, всегда время прославлять Бога. И как церковь нам нужно это делать. Возможно, в каких-то моментах мы другими делами занимались. Но то, в чем нам нужно с вами согласиться и быть единодушными, чтобы славить Бога. Чтобы славить Бога. Это не нравится сатане. Это не нравится тьме. Это не нравится даже тому ограничению, которое есть сегодня в твоей жизни. Бог знает, что Он все легко, все подвержено изменениям. Невидимый Бог, Он не просто невидимый Бог, Он всемогущий Бог. Иногда меня печалит, что когда мы говорим о Царстве Божьем, то мы говорим как о неком будущем состоянии. Как будто это вот, знаете, где-то там. Но Царство Божье – это сегодня и здесь. Это не когда-то и там, это сегодня и здесь. Царство Божье внутри вас есть. Так говорит Священное Писание. Давайте мы не будем ждать где-то и там, но примем для себя здесь, сейчас. Царство Божье. Сила Божья. Его могущество. Его свобода. Нам просто нужно иметь единодушие. Единодушно согласились. Единодушно бороться за веру. Единодушно прославлять Бога. И делать все это с великой радостью.